Всем доброго времени суток, дорогие подписчики. Опа-на. Обломил. Жидкость только долго. Оливки с лососем. И жидкость он полная тарелка. Вот так вот, раз. Привет всем аппетит, кто со мной ест. Я их не очень люблю, оливки. Но тут фарш, по идее, должен быть. Удачи. Под микроскоп нас мой. Вот так ничего на вкус. Я не любитель. Восьмерочек можно поставить. Здесь с луком маринованным, лосось вот я нарезал, набурдючил. Чуть новенькое. И стаканчик. Ну что, неплохое блюдо получилось. Оливки вроде полезные. Лосось. Не сравнить с огурцом. Огурец святой. Получилась какая-то недоделанная пицца. Всем позитивчикам. Добрый вечер. Мир небо над головой. Ничего, нормально блюдо получилось. Немножко по-свински, но мне понравилось. Ну, мне понравилось. Обсуждение похрен.